наполняет энергия. Мне так легко прыгать. Да ёлки. Это за существо. Я не могу сделать это. На меня нападут. И угостить его нечем. А что, может, вот это? Существо ест то, что я даю ему. Но его настроение при этом не меняется. Чтобы успокоить его, я должен дать ему что-нибудь, что оно очень любит. Какой-то деликатес. Так, у него на плечах зеленое растение и фиолетовое. Так, не пропускает. Тут какая-то шестеренка и показано, что, наверное, войти в ворота. Ладно, вернемся в задку. Так, что-то он перебросил. Так, красный, зеленый, а ну еще раз. Красный с желтым соседствует и зеленый. Вот так, если нет. А так нет. Красный, допустим, фиолетовый, зеленый, ну там желтый и синий. Нет. Стоп. Мы собирали желтый, зеленый и синий.
О! Так, разноцветная шестерня. Взял. Ищу. С учетом того... что Бог любит Троицу лунный. Так, вот еще. Так, шестерня. Давай еще такую сделаем. Тут красный, синий. Фиолетовый. Красный. Синий, фиолетовый. Странно. Когда я выстроил цвета в том же порядке чуть раньше, я сделал шестерню, а теперь нет. Значит, существует еще одно решение. Так, какое еще одно решение может существовать? Может... такое, тут вот такой, может быть решение. Но если вот эти поменять, красный и тут. Красный, если он с фиолетовым и с зеленым. Так. Допустим, тут фиолетовый, тут зеленый. А здесь так. Нет.